У ивановских малышей новоселье. На улице Школьной открылся новый, а главное, светлый и просторный детский сад «Одуванчик». Рассчитан учреждение на 8 групп и готово принять 160 малышей. Я могу сказать, не скрывая и не стесняясь, что у нас единственные такие спортивные, музыкальные залы. Помещение для дополнительного образования детей у нас огромнейшее, за студия тоже оснащена по последним требованиям. И все у нас, в принципе, готово для приема детей. Ставка в этом саду на дополнительное образование. Здесь будут воспитывать будущих художников, музыкантов и спортсменов. Родители рады, что в их районе появился такой большой и многофункциональный сад. Первое впечатление производит очень приятное. Большая территория, новые всякие качели, все это по-новому. Здания, хорошие, новые. Потом помещения все чистые, просторные. Одуванчик – второй сад, построенный в этом году. Еще один ввели недавно в Авдотьино. А всего в Иванове за 2015-й в дошкольных учреждениях на 627 мест стало больше. Мы сейчас завершили ремонтные работы в двух садиках, которые у нас тоже прошли по этому году. Но открытие мы хотим сделать на Старый Новый год, потому что как раз детки пойдут после Нового года. Это 184-й сад и садик 12-й для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там мы создаем специально новую группу. На стадии завершения строительства детского сада на улице Акуловой. Его планируют открыть в начале следующего года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.